Булки, огасенки, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофи, и сегодня мы с вами будем проходить очень страшную карту в такой игре, как Гаррис Мод. Я очень часто, ребята, читаю комментарии и вижу там ваши просьбы по поводу того, чтобы я записал для вас какую-нибудь хоррор-игру. Вот, но так как их сейчас очень мало, к сожалению, сейчас такое время, когда игры хорошие выходят редко, очень-очень редко, вот, и поэтому сегодня я решил поискать для вас специально очень хорошую карту в Гаррис Моде. Страшную, очень страшную карту, там и скримеры, там и сюжеты, и эта карта вообще, в принципе, рассчитана на целый час, вы представляете? Поэтому, скорее всего, она будет разделена на два ролика. Посмотрим. Вот, поэтому, друзья, пожалуйста, заранее поставьте лайк, если хотите видеть больше хорроров на канале. И, конечно же, не забывай предлагать в комментариях свои какие-нибудь хоррор-игры, которые ты бы хотел видеть на канале, братишка. Я знаю, что ты этого очень сильно хочешь. Итак, давайте перейдем к сюжету этой карты. Вы сотрудник полиции. Вы работали в ночную смену и патрулировали дороги. В одну ночь неизвестный превысил скорость, и вы начали погоню за ним. Нарушитель потерпел аварию и скрылся в заброшенном доме, неподалеку от вас. Итак, сюжет уже такой, согласитесь, прям интересный. Так, подсказки. Некоторые запертые двери можно отпирать с другой стороны, на кнопку Е. Можно открывать некоторые шкафы, ящики, ключи и другие важные предметы начинают подсвечиваться, если вы их находите. Окей, обратите сюда внимание, используйте ноу-крип только в случае, если вы застрянете, не ломайте им карту. А для лучшего впечатления играйте ночью, а я, в принципе, вечером-то и ночью играю в 8 часов вечера, все дела, вот, и выкрутите громкость на полную. Понятно. Ребят, надеюсь, не, вам я не советую выкручивать громкость на полную, потому что если там будут скримеры, а там они есть, я буду кричать очень-очень громко. Если вы нашли какой-то баг на карте, а, это окей. Так, ну что ж, друзья, давайте начнем, а то уже как-то затянули мы, по-моему. Уже страшно. Мне уже страшно. Ого! Да ладно, тут прям вот так вот, что ли, серьезно? Отделение полиции за убийство около 15 сотрудников. Нитекс представляет. Это что я запустил за задание такое? Это реально как будто фильм уже какой-то начинается, я серьезно говорю. Блин, это очень круто, ребят, это прям вау! Блин, то есть мы полицейский, который как раз таки ведет погоню сейчас за вот этим преступником. Ребят, это... Я могу управлять? А-а-а, нет, к сожалению, не могу. Так, и вот как раз таки происходит у нас авария. Карта называется Run Away 911. Так, все, вот теперь Find the Killer. Нам надо найти убийцу. Блин, это жестко! Мамочки! Давайте включим фонарик, посмотрим. Значит, вот авария. Значит, где-то убийца должен быть рядом, по идее, да? Или он убежал? Странно, дверь должна быть открытой. Так, ну, как бы, следы же должны быть того, что он убежал отсюда. Ладно, хорошо. Так, вот, вот, вижу первую улику, кровь. Значит, он пошел куда-то в эту сторону. Надо смотреть по сторонам, потому что этот убийца может быть где угодно. Ой, как же страшно, реально, ребят, я не знаю. Просто я такие катсцены очень редко встречаю на просторах таких хоррор-карт. И когда я вижу такое... Это реально вот прям заслуживает прям огромного респекта авторам этой карты. Потому что сделай такое, я даже не представляю, сколько времени на это ушло, понимаете? И я вообще ничего не вижу, вы издеваетесь, что ли, а? Давайте попробуем зайти в дом. Нет, у нас, а почему у нас даже пистолета нету? Я же, блин, полицейский, ну чё за фигня? У нас дробовик должен быть, наручники. Так, вот еще один след крови. Отлично. Значит, убийца побежал куда-то сюда. Скорее всего, он также не нашел вход в этот дом, а или все-таки нашел, потому что след ведет прямо сюда. Давайте откроем. Ой, нет. Я туда не пойду. Не. Меня там в машине пончики заждались, понимаете, как бы, да? Блин, да. Это я сейчас так? Это... Ё-моё, дальше я запустил это задание такое-то, а? Так, ладно, иду по следам, следы ведут туда. И не хочу идти я к нему прямо сейчас. Так, смотрите, след обрывается на этой моменте.
И это очень странно, потому что... Давайте откроем. Тихо, тихо, ничего не надо тут шуметь, понятно? Пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Ладно, я же полицейский как-никак, да? А, надо книгу. Вот, давайте хотя бы книгу возьмем, чтобы хоть чем-то защищаться. Так, а тут... Ой, не, не, ребята, вот чувствую, что мы зря вообще зашли в этот дом, прям очень-очень зря. Убийца может быть реально просто где угодно. Вы представляете, что когда убийца собирается, ну у нас есть преимущество, то что этот убийца, он ранен, потому что вы сами видели эти следы крови. Хотя в принципе, если он уже добрался до как, понял, хорошо. Хотя, в принципе, если этот убийца добрался уже до... Не знаю, может быть, аптечку нашел в доме. Такое, как бы, вероятность такого, как бы, должна быть. Он уже мог, в принципе, перебинтовать себя. Так, куда это мы вышли? Так, ну, в принципе, смотрите, мы сейчас просто, получается, обошли это стороной. Вот эту преграду просто обошли, да? Окей, так, и чего, и куда, куда вообще мы идем? Нет. Нет. По-моему, я что-то слышал. Я надеюсь, что мне послышалось. Я ненавижу вот этот плащ детей. И вот это все в играх. Вот в таких вот особенно хоррор-играх. Вот это вот прям... Ну вот я не знаю, ребят. Это очень страшно, реально. О, вот это уже другое. Вот тут уже мне нравится. Можно... А что это за дом вообще такой просто посреди какой-то... Посреди какого-то поля? Не слишком ли большой дом, не? Вам так не кажется? Так, тихо. Тихо. Меня еще, блин, раздражает, что мы с вами так громко тут шагаем, что... Так, давайте дверь закроем. Какая-то газета. Кошмарное преступление. В минувшее воскресенье, 13 марта, в частном доме округа Колумбии было совершено страшное убийство членов семьи Уолкеров. В половине пятого вечера на шоссе, проезжавшая мимо машина, остановилась перед домом. Водитель обнаружил несколько тел у входа в участок. Неизвестные преступники перерезали им всем горло и повесили на деревьях прямо на виду. После поступившего звонка в полицейское управление оперативники быстро примчали к месту происшествия и начали расследование, а также поиски пропавшего сына. Блин, это так стрёмно! Еще страшнее всего мне сейчас поворачиваться каждый раз вот так вот спиной. Так, смотрите, а вот, походу, эти братья. Кого-то они не напоминают. По-моему, это... Блин, если я не ошибаюсь, то, по-моему, это какая-то музыкальная группа. Ну, я могу ошибаться. Так, ладно. Идем дальше. Я просто реально, если автор заморочился так с катсценами, то он мог тут такие скримеры поставить, понимаете? Это, ладно. Так, давайте пройдем сюда. И... Здесь у нас также ничего, дверь обязательно с экрана за собой. Я вообще надеюсь, что я все правильно делаю, что иду в правильном направлении, потому что, блин... Я просто не знаю, я уже как будто, знаете, как будто запутался реально. Так, а тут у нас, это мы можем отодвинуть. Так, ну вроде с этим мы ничего не сможем сделать. И мне еще вот такой вот какой-то вот, знаете, то ли мне кажется, то ли еще что-то, но я как будто постоянно слышу, тут какой-то скрип. Нет. Тихо. Нет. Не люблю такую музыку. Так, нам надо выяснить, что здесь произошло. Чувак, тебя кто убил? Я подумал, это лопата. А это всего лишь топор. Тогда нормально. Братан, что с тобой случилось-то вообще-то, а? Ты что-нибудь видел, слышал? Не, кто с тобой так, а? А это тот чел, который за рулем был. То есть это тот преступник, которого мы догоняли. Ну-ка, газетка, я могу прочитать? А, эту газетку я прочитать, к сожалению, не могу. Так, ну нам надо выяснить. Двери закрыты с другой стороны. Да, но мы как раз таки считали то, что эти двери можно открывать, если мы находимся с другой стороны. А, тут, о, чемоданчик. Ничего. Патроны или что это такое? Ну, это тоже там точно не нужно. Еще один чемоданчик. Может быть, звоночек? Слушайте, вот этот звонок, смотрите, да, стоит, телефон. Мы его подобрать не можем, мы сделать с ним тоже ничего не можем. Значит, скорее всего, он будет как-то задействован на этой карте, понимаете, да? Так, дверь тоже закрыта или как-то забаррикадирована, окей. О, я же сказал, блин! Здрасте. Здрасте. А чё? Чё никто ничего не говорит там мне? Алло. Блин, это очень страшно. Я вот прям как знал про этот телефон, отвечаю. Вот прям был уверен на 100%. Может быть теперь? Нет, дверь закрыта. Сейчас еще раз позвонит, нет? Не, поход что-то... Нет. А кто тогда звонил? Почему там даже... Никто мне ничего не сказал. Двери закрыты. Так, братан,
Ну с тобой я уже ничего не сделаю, не помогу. Так, вот тут кровавый след. Смотрите, скорее всего, да. Скорее всего, он прибежал в ванну в поисках аптечки, потому что аптечки обычно находятся как раз таки вот в таких вот местах. И тут он, походу, ничего не нашел, но зато я вот не понимаю, почему кровь на стенке. На полу-то это понятное дело, почему она на стенке присутствует, этого я понять не могу. Ладно, хорошо, я понял. Так, и что, тут тоже ничего? Так, вот тут у нас, смотрите, у нас заблокировано. И чего? А, я вижу. Нам серьезно сюда идти, да ладно? Вот сейчас что-то произойдет. Отвечаю, сейчас что-то должно произойти. Я вот просто, я предсказываю, что вот сейчас должна произойти какая-то прям фигня. Я прям как знал, отвечаю. Я вот прям был уверен на 100%. Понимаете, я уже настолько хорроров много прошел, что я прям эксперт, разбираюсь прям практически во всем. Звонок предугадал, появление какого-то скримера тоже предугадал. Тихо. Все нормально. Все, мы дверь открыли. С другой стороны, это хорошо. Но, пожалуй, я и уши закрою. Блин, капец, у меня очень громкие звуки, ребят, чтобы вы понимали. Так, мы выбираемся наружу. Серьезно? Так, а что это там светится? А, это генератор. Так, то есть, нифига себе тут домишко. Да тут целый какой-то, я не знаю, тут отель огромнейший. Так, давайте включим. Или он не работает? Не, походу, включить мы... Лопата. У нас есть лопата! А, кстати, мы по идее можем лопату... А, тут записка. Так, рычаг у генератора сломался. Запасной я видела на втором этаже в кладовке. Я поехал на работу, дорогой, не забудь заменить. Окей, так, то есть нам надо найти на втором этаже в кладовке дополнительный рычаг. Так, а где у нас, собственно говоря, лестница на второй этаж? Наверное, где-то здесь она будет, скорее всего, да? Окей. Так, тихо, нет, тихо. Короче, ладно, ребят, давайте не будем уже так сильно очковать. Ну просто реально страшно. Повсюду реально какие-то... Это... Нет, это видите, мне сначала показалось, что это лопата какая-то, там вообще-то голова торчит. Ладно, на счет три мы к нему подходим. Давайте, раз, два, три. Чувак, он исчез. Он куда-то исчез. А в смысле, а кто это? Блин. Так, давайте попробуем зайти сюда. Может быть, здесь что-то у нас будет, нет? Так, не, здесь тоже ничего нет. Блин, ну это капец прям такая, ребята, она понимает. А дверь-то, смотрите, а лестница-то на второй этаж, она заблокирована тоже. И вот тут тоже этот телефон, он тоже будет звонить. Но мы здесь никак не проберемся, надо искать другой маршрут на второй этаж. Так, что-нибудь в этой комнате у нас имеется? Нет, тут также заблокированы везде двери. Ух ты ж, ёлки-палки, там гвозди торчат. Окей, будем аккуратнее. Но смотрите, вообще-то... Там говорилось, типа, в самом начале, что если мы что-то открываем, и там находится какой-нибудь ключик, то нам он сразу подсвечивается. То есть пока вроде мы ничего еще такого не находили. Вот, но единственное, мы с вами должны... Это кровь. Стой, у меня такое... А, так мы здесь были-то, ёлки-палки-то, а? Мы здесь, оказывается, реально... Я уже реально запутался, понимаете? Тут настолько огромный дом, и настолько темно, что реально ничего не видно, и просто... Так, вот здесь мы были или не были? Так, вот здесь нас, походу, не было. Да, здесь нас точно не было! Так, а что тут, может быть, что-то интересненькое? Или нет? Или ничего интересного? Газета! Нет! О, монетку подобрал! Да, я читал в описании этой карты, что, типа, если ты находишь 4 монеты по всему этому дому, блин, понимаете, да, какие тут челленджи? Вот, то там в конце игры открывается что-то, типа, интересное, там какая-то комнатка, в общем, вот. Вот, но мы обязательно, даже если не найдем эти монетки, мы все равно пролетим в ту комнату, я постараюсь это сделать, я очень сильно... Так, а здесь мы были или не были? Я реально уже запутался. Давайте пооткрываем, возможно, тут где-то, может быть, что-нибудь найдем. Какой-нибудь ключ или что-нибудь еще. Там, я не знаю, оружие. Да, закройся ты давай. Может быть, оружие реально какое-нибудь. Ну ты что так делаешь? Ну зачем?
Я схожу с ума уже от этих карт. Вот, блин, такие скримеры мне нравятся больше всего. Хоть как это вот странно, я сказал, лепить скримеры тоже, знаете, типа, это нужно уметь. Но просто такие скримеры, как по мне, это самые такие прям качественно проработанные, интересные. То есть, никогда там скример вылазит, как картинка какая-то, да, то есть, и... Тихо. Все нормально? Все хорошо? То есть вот, просто такой... О, еще одну монетку подобрали, отлично! То есть такие скримеры просто вылазят в основном на всех картах, да? То есть какая-нибудь картинка на тебя просто наплывает. А тут уже что-то поинтереснее, когда автор карты начинает как-то заморачиваться, я должен... А, мне нужно что-то, чтобы пробраться через это. Ё-моё. Так, ну давайте что-нибудь тогда поищем. Нам надо найти что-то, что мы можем поставить, чтобы пройти там, да? Окей, давайте посмотрим. Может быть, коробка какая-нибудь, не? Не, коробку не могу взять. Окей, хорошо. Но, а что мы можем завязать? Нам нужна какая-то палка или... Там есть подвал! Нет! Нет! Только не подвал! Ну чё за фигня? Ну почему всё так? Ну почему? Какой подвал? Вы чё вообще, а? В подвал я ни ногой ни за что не пойду. Так, может быть тут что-то будет? Так, смотрите. Тут у нас какие-то... Чё-то нашли! Ну-ка! Так, смотри! Опачки! Видали? Камин! Где-то мы видели с вами камин, по-моему, да? Где-то мы с вами его видели. Еще одна монета. Слушайте, нам осталось одну монету подобрать. Я вообще в шоке, что у нас получается это сделать. Давайте попробуем спуститься в подвал. Конечно, это, возможно, плохая идея. Это очень плохая идея. Это прям супер плохая идея спускаться в подвал на таких картах. Это... О, статуя. Так, и может быть тут где-то монетку подберем, не? Ничего такого пока. Не, я теперь ящики вообще открывать боюсь, понимаете? Я не собираюсь их больше открывать вообще никогда, реально. Даже у себя дома, потому что теперь я знаю, что там может лежать. Но тут все равно тоже ничего нет, видите, тут все пусто. Блин, куда нам идти надо? Здесь слишком как-то все как-то запутано, непонятно. Карта просто очень большая, понимаете? Опа, вот походу я понял, что нам нужно принести. Походу я нашел. Так, тут что-нибудь у нас лежит. В принципе, мы можем принести это, но мы это подобрать не можем. Во! Вот это другое дело. Вот что нам надо. Вот это мы и понесем. Все, оказывается, проще простого. Нам просто надо было спуститься в подвал. Просто спуститься под... А где моя это? А где она? А вот она, фух. Все, ты куда от меня уходишь? Давай ты не будешь уходить. Ты... Да тихо, тут еще такие, блин, предметы звуки издают, прям стрёмные. Нет, нет, тебя тут не было, когда я заходил. Чувак, ну тебя тут не было, ну нет. Окей, ладно, и что мы будем делать? Так, ты только попробуй подойти ко мне, у меня палка, понял? Только попробуй накинуться на меня. Не-не-не-не-не. Стоп, у него ж был... Так, все, я понял. Проходим. И проходим теперь вот так вот. Вот это мы сюда выбираем. Нафига я вообще тут это все ставил? Дайте, пожалуйста, пройти. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Все, 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 все. Так, все, у нас открылся проход на второй этаж. Отлично, все. Нам нужно... О, господи, ну снова. Давайте просто ради интереса... А, смотри, вот, вот. Все, я знаю, где находится ключ. Я знаю, где этот ключ находится. Он находится как раз-таки в камине. Вот, отлично. Отлично. Ну, до камина мы с вами обязательно заберемся. Но сейчас наша задача это подняться на второй этаж и найти чердак. И как раз-таки на чердаке, или в чулане, я не помню, там где-то должен быть ключ. Вот, да. А вот и камин. Ну, камин. Так, здрасте. Ой, какой балкончик. Вот на балкончике уже хорошо. А это куда ведет? О, господи, и тут тоже кровь. Монетка. Мы реально нашли все 4 монеты, вы понимаете? Очень странно, я реально думал, что мы вообще ни одну монету не найдем. Ну окей, ладно, так, давайте. Так, эта газета тоже не считается. Так, мы, надеюсь. Нет, эта дверь тоже закрыта. Так, окей. Так, вот очень странная на самом деле стенка. Тут вроде должен тоже какой-то, наверное, камин стоять. А это что такое? Так, смотрите, походу здесь тоже нужно что-то найти, да? Здесь какие-то присутствуют, какие-то логические, какие-то головоломки, которые нам тоже надо параллельно как-то проходить. Так, вот, вижу. Я подобрал тебя. Давай, ну вот, все, вот это другое дело.
Все, я подобрал, теперь нужно спуститься просто вниз. Я надеюсь, что это у нас произойдет без всяких приключений и происшествий, да? Так, давайте, мне нужно выбраться на улицу. Как я забыл, как на улицу? А вот, все, я понял, все. Так, давайте вот здесь спустимся, вот здесь у нас как раз таки был спуск, вниз. Давай! Ну, я сбросил ключ вниз, а почему я сам не могу-то... А, отсюда чувак, точно! Так, ну ключ внизу, а как мне спуститься вниз, А ну-ка, Эса отсюда. Да он не прыгает, понимаете, нет! Вы только не говорите, пожалуйста, что мне теперь своим ходом нужно будет спускаться вниз. Ладно, хорошо, уговорили. Так, давайте проверим. А, эта дверь, по-моему, закрыта, да? Да, эта дверь закрыта. Все, пусть будет и закрыта. Так, надо спустить. Ну, господи, это мне сейчас такой маршрут преодолел. Ненавижу такую игру. Давайте, ребят, где? Куда я его сбрасывал? Куда? Вот здесь, по-моему, где-то он валяться должен. Ну, это капец. Это просто какая-то жесть. Так, ключ должен лежать здесь. Окей, давайте подберем его. Блин, ну это прям такой нежданчик был. Вот реально, я два хоррора предсказал, вот прям таких вот скримера, а все остальные я предсказать не смог. Потому что, не работает. Нам нужен газ. Серьезно? Нужен газ? Ну, конечно, да. Мне ж не сложно сходить в этот дом, забрать газ, принести сюда. Конечно, мне не сложно, вы поймите. Я только рад это сделать, понимаете? Я рад вам поработать, понимаете? Ой, короче, ребят, я предлагаю закончить сегодня на этом серию. Я говорю просто, эта карта нереально долгая. То есть там реально в описании этой карты написано, что прохождение занимает около часа. И то это в лучшем случае. Поэтому я предлагаю закончить сегодня на этом нашу серию. Вот, и, конечно же, продолжим, если вам это так сильно понравилось. Если вы захотите увидеть продолжение. Ну а с вами сегодня был, как всегда, Кофи. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии насчет вот прохождения как раз таких вот карт и игрушек. На этом сегодня все. И, конечно же, не забывайте оценить эту карту в комментариях. Напишите по 10-бальной шкале, насколько вам было страшно. Вот. На этом сегодня все. С вами был, как всегда, Кофи. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.